bend you like it's on a shit. I don't give a fuck unless you're talking with the money clips. Очень красивый клип, ребята. Когда-нибудь я и со слезами сразу, начну. Я сразу хочу, чтобы предвзято относиться. Я хочу посмотреть, кто делал. Бля, он не указал, либо в конце, в титрах. Стоп, стоп! Досмотри до конца! Что лучше? Взять CSGO Prime за 1000 рублей в Steam или за 100 рублей на LOL Steam? Я думаю, выбор очевиден. LOL Steam — это честный и безопасный сайт, где ты сможешь найти дешевые аккаунты по любым играм. Вау. И все люди кричат, я так хочу узнать тебя. Твоя красота рушит, это пиздец. И я считаю, тебя надо запретить. Честно говоря, мне будет страшно тебя полюбить. Очень. Если повезло, мне будет страшно тебя разлюбить. Твоя красота рушит, это пиздец. И я считаю, тебя надо запретить. Честно говоря, мне будет страшно тебя полюбить. Если повезло, мне будет страшно тебя разлюбить. Полноценная семья, никто не дал пример. Ночью вот тогда я все, что могу дать ее тебе. Я так боюсь, что нам обоим сделаю больнее. Вот за чужие жизни, а ты могу держать за меня. Меня поедает кому. Все эти сомнения со мной, как фантомы. Я не чувствую себя, как дома, даже дома. Я ищу твой профиль. День за днем в круговороте черно-белых копий. Wow. У меня есть хобби. Вы видели эти пузырики? Я понемногу убиваю свои фобии. Все попытки робки, все приходит с опытом. Иди ко мне навстречу, и мы встретимся на полпути. Я не умею подпускать кого-то близко, но смотрю в твои глаза и думаю, что попробую. Твоя красота, это пиздец. И я считаю, тебя надо запретить. Честно говоря, мне будет страшно тебя полюбить. Если повезло, мне будет страшно тебя разлюбить. Твоя красота рушит, это пиздец. И я считаю, тебя надо запретить. Честно говоря, мне будет страшно тебя полюбить. Если повезло, мне будет страшно тебя разлюбить. Когда-нибудь я со слезами начинаю. Увижу тебя и снова. Первый раз такого, у меня вообще первый раз синий экран, представляете, за Славу Мерлу просто сломал мне комп. Потом я сказала, что это очень красивый шрифт, типа, пиздец, он очень красивый. Очень красивый клип, ребята, я давно таких клипов не видела. Ну, если не говорить про Винтанил, вот этот Салуки, тоже безумно красивый клип. Но этот клип очень быстро снимался, типа, насколько я знаю. Вау, настолько красивый, сложенный, все, знаете, вот эти кадры подобраны, атмосфера. Ну, то есть, когда я слушала просто на колонке этот трек, он мне не настолько сильно запомнился, отпечатался в голове, как вот я сейчас заново переслушиваю этот трек с клипом уже. Трек раскрывается как-то иначе, по-другому, у вас не так? Даже вот в тех моментах, где непривычно Славу слышать, вот здесь вот, вот так, никто не дал с такой обработкой, и вот с такой. Не знаю, с клипом очень это целостно смотрится. Очень жестко, сильно. Очень красивый клип. Проплывают толпы, я ищу твой блог. Очень круто. Мне очень нравится. Перебивки — это 80% нейронки. В общем, это очень красиво. Реально. Респект.